несколько мест мы его занятия. Вот. Специально делаем открывающуюся дверцу такую, куда может человек спокойненько так развернуть таким способом, да. Заглянуть. Во-первых, можно заглянуть, все-таки наблюдение, да, то есть все-таки каждую 3-4-5 минут подлетает скворец вот с кормом, когда птенцы вывелись, да. Когда самка сидит на гнезде, а это на протяжении 3-5 дней это происходит, то, конечно, лучше не беспокоить, но когда мы уже слышим щебетание вот этих птенцов, можно подойти аккуратно, посмотреть, не трогая ничего. Ну, это для любознательных, уже совсем для любознательных, либо для специалистов, орнитологов, которые изучением занимаются, записывают количество птенцов. Так же просто не посчитаешь. От момента влета вот семья нашла домик для себя, да? До момента, когда семья улетает уже с выросшими птенцами, проходит 24 дня у скворца и 22 дня у синицы. То есть, ну, иногда люди приезжают и говорят: ничего не завелось, мы на даче повесили, а у нас там никто не живет. Они не живут в домиках, они там размножаются. Для них просто домик для размножения. Роддом. Практически да. То есть вот они поехали на дачу, раз в месяц съездили, приехали, а уже все вывелись. Я говорю: а посмотрите, давайте откроем. Приносят: у нас тут гнездышко, мы их не видели. Вот так они и улетели. За каких-то там 3 недели все это у них получилось, и все хорошо.